Меня пытаются убить. Ты тоже куда-то под себя кинул, он вроде поймал, молчит. А не жив. Чё, он там живой, Паша? Да. Ну, все молчат. Где-то подо мной Детус бегает, короче. Кричит, выходи. Вы его убили, нет? Да, это тот, что в машине был. Детус, не знаю, он на улице бегает подо мной. Сейчас выходи, я. Не, он живой, стреляет, слышите? Ты постреляй, выходи. А где? Ранец. За насрать. Фига себе, ему в живот выстрелил. Бронежилет. Пластина скушала. Пресс накачанный. А чё спидер ВДВ свой не устраивает? Он там просто бинтами перебинтовался, поэтому и это живёт так сильно. Это здание ужас. Это здание очень нормальное, вот это, над которым... Теперь миллион спитер лет тянуть из-за этого спидера. Вдвоём лежим так в одинаковой практически. Да не, мужики, это долго будет. И это здание вообще никак, по-моему, нельзя законтрить, по-моему. А как ты... Антон, блядь, один, ну, я один за вас уже. Я играл за атаку. У меня какая-то была Ксюха. У меня вообще сейга какая-то. А я, короче, люблю и... Ну, короче, Алекс... Не Алекс, а Дутис выиграл, пишем. В смысле, выиграл 2 к 3? Сейчас он нам ночью смотрит. Там легкий захлон. Смотри. Он додумался. Мы сейчас видим, Свитерова видим. Если бы этот дебил перед собой не стрелял в эту фигу. О, колокола. Это должен вообще стоять сбоку. Ну, всё. Слава богу, все. Слава ГГ, богу. Руби. Да, из-за того, что боты там вон стоят. Вырубай, Спитер. А как его увижу? Сами сдохли, вот мне нравятся эти люди, которые, знаешь, сдохли, слились, еще что-то говорят. Давай. Давай.